Чудеса вокруг нас. Это в очередной раз доказали жители Когалыма. Весной этого года юный горожанин, 12-летний Анатолий Ермак, попал в реанимацию в результате инсульта. Оказалось, у мальчика врожденная аневризма. Потребовалась срочная операция и обследование за границей стоимостью 10 тысяч долларов. Собрать такую сумму помогли неравнодушные жители Когалыма. Еще почти 800 тысяч рублей родители взяли в кредит. Этого хватило на операцию. Кроме финансовой поддержки, семье помогли и морально. Люди звонили со всего округа. Сейчас Толик, как и все дети, радуется предстоящему Новому году. Передавали вот эту вот историю, что вот есть такой мальчик, наш когалымчанин Толик Ермаков. Пожалуйста, все, кто можете, откликнитесь. И мы буквально меньше, чем за неделю набрали сумму, даже больше, чем была нужна, больше миллиона рублей. Из Белоярского, из Ханты-Мансийска, из Нефтеюганска, из Лангепаса, из Сургута очень много людей звонило, огромное количество. Я просто целый день сидела на телефоне и отвечала. Но мне это как бы, может, и помогало немножко пережить вот ту ситуацию, которая в то время ребенок был в реанимации, в коме находился.